Здравствуйте, дорогие друзья. Многие пациенты спрашивают через наш сайт «Клуб бывших гипертоников», спрашивают, ну что вот все боятся повышенного уровня холестерина, вот у меня низкий, чем это грозит, что делать? Ну, низкий уровень холестерина – это хуже, чем высокий, сразу скажу. Это может говорить о тысяче разных проблем биохимических и физиологических. Ну, вопрос, что с этим делать? Ну, поскольку холестерина извне мы получаем лишь 5% от всего, что нам нужно, то, исходя из этого, мы делаем сразу вывод, что если у человека низкий уровень холестерина, он видит у себя, при этом он не принимает никаких препаратов, понижающих холестерин и так далее, то это говорит о серьезнейших сбоях внутренних биохимических процессов в организме. Поэтому, чтобы его повысить, низкий уровень холестерина, необходимо четко, здесь я вам скажу уже как профессиональный врач, четко выявить, что у вас там нарушено. А это не всегда так просто сделать. Поэтому пациенты, у которых пониженный уровень холестерина, обязаны обратиться к хорошему доктору и выяснить причину. Потому что сами вы выяснить не сможете. И общую рекомендацию на эту тему я вам дать не смогу. У каждого человека она может быть совершенно конкретной. Поэтому если низкий он у вас, обращайтесь и разбирайтесь с этим досконально. Потому что от этого точно вы пострадаете. Точно. Это сигнал о глубоких внутренних биохимических сбоях. Будьте здоровы. С вами был доктор Шишонин.